Новгородские следователи направили в суд резонансное дело об убийстве двух женщин в Боровичах. Обеим жертвам не было и 25 лет. Правоохранителям потребовалось почти 3 года, чтобы полностью разобраться в этой запутанной истории. По версии следствия, в 2015-м одна из жертв попросила знакомого помочь в продаже квартиры. Недвижимость тот благополучно сбыл, однако деньги бывшей собственницы отдавать не спешил. Она начала угрожать подозреваемому обращением в полицию и вдруг бесследно пропала. Весной 2015 года в правоохранительные органы Новгородской области поступило сообщение о безвестном исчезновении двух жительниц города Боровичи Новгородской области. Благодаря грамотной работе сотрудников Следственного комитета и уголовного розыска полиции было установлено, что возможно в отношении женщин совершено преступление. И в рамках работы этой группы было установлено, что действительно двое жителей Боровичей совершили убийство женщин, после чего закопали их в поле. Вину подозреваемые признали частично, показали следователям, где закопали трупы. По версии следствия, чтобы не отдавать деньги за квартиру, мужчина попросил приятеля помочь ему избавиться от жертвы. В день убийства девушка оказалась вместе с подругой. Предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами А и К части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть совершение убийства двух и более лиц с целью скрыть другое преступление. Кроме данной квалификации, они обвиняются и в совершении ряда преступлений, предусмотренных статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконное хранение огнестрельного оружия, а также в ряде совершенных краж. Заместителем прокурора Новгородской области обвинительное заключение утверждено. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.